Журналист, бакалавр художественного образования, магистр педагогического Ольга Смирнова. Нигде быть благотворителем специально не училась. По велению души устроила первую акцию по сбору помощи для инвалидов и сама не ожидала такого отклика общественности. Пункт приема пожертвований находится на первом этаже в холле культурного центра «Архангельская» по адресу поселок Архангельская, дом 17А. Ежедневно с 9:00 утра до 20:00 вечера можно принести эти вещи и оставить в пункте приема. Деньги не принимаем, говорит автор проекта соискателя премии губернатора. А вот средства гигиены, канцтовары или игрушки, детская одежда или нескоропортящиеся продукты вполне подходят. Сегодня получателем набора стала труженица тыла, больше полувека посвятившая работе в санатории Архангельского Антонина Макарова. Но рада она была больше не подарком, а вниманию. Проект Ольги Смирновой в местной ветеранской организации очень поддерживают. Очень хорошее дело. Почему? Потому что у нас сейчас много детей и малоимущих, и детдома есть. Рука помощи уже протянута семи одиноким пожилым жителям поселка. Также в рамках проекта в 2019 году товары первой необходимости были доставлены в детский реабилитационный центр в Тверской области. В случае победы в конкурсе «Наше Подмосковье» Ольга мечтает на базе культурного центра Архангельская открыть специальную зону для занятий творчеством для детей-инвалидов.